Забыл маску и перчатки, будь готов ответить. Меры профилактики обязательны как для пассажиров, так и для водителей. Особенно важно помнить о них в часы пик, когда людей в общественном транспорте много. Такси не исключение, вирус может поджидать везде. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер контролируют в том числе сотрудники республиканского МВД. Рейды проходят на территории всего региона. Ежедневно они выявляют безмасочных. Группы проводят с гражданами разъяснительные беседы о важности ношения масок и перчаток. Если предупреждения не действуют, придется ответить по закону. МВД по Республике Мордовия на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. На территории региона действуют мобильные группы из числа участковых уполномоченных полиции и сотрудников госавтоинспекции, осуществляющие рейды по проверке служб такси и общественного транспорта на предмет соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники полиции напоминают гражданам о действии ограничений, согласно которым проезд в общественном транспорте и легковом такси без масок и перчаток запрещен. За нарушение указанного запрета предусмотрена административная ответственность. Подобные рейды проводятся на постоянной основе. Их цель – напомнить жителям Мордовии. Все мы в ответе и за свое здоровье, и за здоровье окружающих. Поэтому в период пандемии ношение средств индивидуальной защиты обязательно для каждого. Тогда вирус обойдет стороной вас и всю вашу семью.